далеко. Спеціально для около дома. Є-є, ми вам розкажемо одну історію. Ає. Каждый молится Богу на собственный лад. Всем хочется в рай и не хочется в ад. Религия разделила многие народы. На пути неисповедимый Господний. Самопознанием должен заниматься каждый. Планировать, анализировать, учитывать дважды. Я однажды, ты пожмешь плоды успеха. В рукаве удачи, на лице ничего, кроме смеха. Убегая от проблем, ничего не решишь. Возьми всю волю в кулак и так и держи. Метаморфозы внутри самого себя. Изменяет сознание, добро и зло, как инь-янь. Куреты, охраняйте меня, как храняли Зевса. Я бы хотел бы с ним жить на Олимпе по соседству. Гену свести, какую весть принес ты. Я буду ждать знака свыше, смотря на звезды. Буду ждать знака свыше, смотря на звезды. Буду ждать знака. Прислушайся, брат. Прислушайся.